Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 224 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». А ранее мы увидели, как Дилан говорит Барану: «Завтра я встречаюсь с деловым партнером моей мамы. А если я буду неуклюжей, споткнусь и упаду?» Баран отвечает любимой: «Даже если ты упадешь, я тебя поймаю. Не волнуйся». На следующее утро, когда Дилан собралась навстречу, ее любимый мужчина говорит ей: «Как тебе удается постоянно заставлять мое сердце биться так?» Влюбленные выходят вместе из особняка. Дилан говорит: «Может, пройдемся немного в ту сторону?» Баран ей отвечает: «Нет, мы пойдем в эту сторону. Нам с тобой нужно кое-что уладить». Баран говорит Дилан: «Думаю, что пришло время стереть наши плохие воспоминания». В следующей сцене мы видим, как Баран куда-то мчится на автомобиле. Он чувствует, что с Дилан что-то случилось. И мужчина говорит: «Я не могу потерять тебя, Дилан. Я не могу потерять тех, кого люблю». Сабиха таки решилась расправиться с Дживанхиром. Она пришла к нему в офис и наставила на него оружие. Женщина говорит: «Ну и все, Дживанхир». Мужчину это все ошарашивает. Но его телохранитель также направляет оружие на Сабиху. Премьера 224 серии турецкого сериала «Кровавые цветы» состоится 5 января.